Да, алло, слушаю, что случилось? Некуда тебе объяснять. Ты, короче, приезжай ко мне, я за твоим окном, или приедь, я тебе по WhatsApp написал адрес. Некуда тебе объяснять, зачем. Ну хоть намекни, что ли. В общем, у меня же iPhone 6 Plus. Да. Вот, я его уронила в арык, а там крысы бегают, и его закрыло снегом, а я не могу его вытащить. Меня же мама убьет, я не знаю, что делать, поэтому хотя бы снег мне закрывай, ну пожалуйста, ты же моя лучшая подруга. Я не собираюсь это делать. Ну, пожалуйста, ради меня. Ну ладно, окей. Что тебе через 5 минут? Ну, через 5 минут. Адрес написан в WhatsApp. Крутяк. Мам, короче, у Милана iPhone 6. Или какой у нее там iPhone, не помню. Вот. Упал снег, и она просит меня помочь. Мне можно? Спасибо. Ладно, давай, пока. Да, алло, слушаю. Ну, в общем, я не смогу приехать. Почему? Ты же мне обещала. У меня много уроков и монтаж. Да забей ты на эти уроки. Это iPhone 6 Plus, а не уроки. Ты должна мне обязательно помочь. У меня же больше нет подруг, как ты. Ну, у тебя же есть просто друзья. Позвони им. Я перезвоню всем, но никто не хочет мне помогать. Еще ты мне передашь. Отлично, я больше вообще с тобой не общаюсь. Все, пока. Ну... Я приеду. Да. Ура! Да, уже не надо, я достала свой iPhone. Понятно, может, ты ко мне придешь тогда? Ну, ладно, давай, я сейчас приду, может, с уроками там помогу. Я тоже, мне как бы тоже уроки надо делать, поэтому, может, вместе сделаем. Я что же самое сказала. Ну как? Ну ладно, все. Короче, жди меня, я приду через 10 или 5 минут. Окей. Давай, пока.